альтернативы сносу режима Путина, кроме силового, нет. Если мы говорим о тактике оппозиции, если она примет решение, что она готова, значит, вовлечься именно в силовые методы изменения положения дел в России, то она должна деньги тратить на создание собственной армии, договариваться с Киевом о том, что дайте нам базу, мы создадим свои подразделения, мы создадим свои военные отряды, мы будем их готовить, мы будем нанимать инструкторов, мы будем приглашать западных специалистов, мы будем, дайте нам коридор, чтобы туда приезжали иммигранты, люди, нам нужно собрать хотя бы те самые 25 тысяч, чтобы они ринулись в Белгородскую, Курскую или Брянскую область. И об этом должен стоять разговор. Что касается Пригожина, Пригожин никогда не стал бы действовать в пользу российской оппозиции. Он ублюдок, понимаете? Он просто ублюдок. Поэтому рассчитывать на то, что Пригожин вдруг для кого-то возьмет власть и даст возможность, выдаст этот золотой билет, так сказать, воспользоваться этой возможностью, это очень наивно.